Вон они, красавцы. Доброе утро, кстати, ребята. Вон они, парочка осталась у нас. Самых таких интересных ребят. Сосуть, главное, матку сосут. И корм едят, и все-все едят. И даже кашу едят, которую я собачкам варю. Непривередливые ребята. Вон они. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Алис, можно я тоже одну сиську буду сосать? Нет, скажет, нельзя. Да, кошка? Ой, деловая. Красавцы. Сосут, понимаешь ли, сосут. Сосут и сосут. Да? Ага. Солнце ясное. Ну, давай, давай, вон она. Вон она, сиська-то. Сиська-то какая. Ну, 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 ну. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, а ты что, уснул, что ли, парень? Или девка? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, вкуснятина, ребята. Да. Я помню, что такое материнское молоко. Его ни с чем нельзя сравнить. В нем сила божественная. Это точно, ребята. Я даже, когда половина кормила ребенка, я, получается, одну сиську. Мой сын сосал, вторую я сосал. Да это, мне кажется, каждый второй делал. Об этом не надо стесняться. Бояться говорить, потому что... Вот. Молоко это хорошо. Главное, что... Молоко, божественное молоко, а не какое у нас сейчас продают в магазинах, непонятно что. Которое хранится, извините меня, целый год. Целый год. А нормальное молоко его поставила, оно тут же буквально на следующий день простоквашей стало. Вот они, вон они какие они. Сисюли-то какие. Какие сисюли-то? Вон они, сисюли. Одна, вторая, третья, четвертая. Смотри, присосался-то, присосался-то. А? Вон, присосался-то. Ой, наелся. Животик такой у него большой стал. Ой, красота. Ляпота, однако. Ох, ляпота. Ляпота. Ой, какие же все-таки милые существа вот эти. От боженьки, да, Лиса? От боженьки. Как их не любить? Это же, если берешь, неси ответственность до конца. От рождения до самой кончины. Это же тоже душа в них. Душа, которая тоже уйдет куда-нибудь в другое существо. После... Ухода из этого мира в другой мир попадет. Ой, господи. Ой, господи. Ой, зевотик-то какой. Иди какой зевотик. Ох, ну ладненько, ребятки. Храни вас, Господи. Берегите друг друга, берегите детей вот таких вот. Вот. Любите их. Особо не балуйте. Не надо баловать. Особое баловство, как говорится, их портит. Ой, ты, Господи, зевнул. Вот и слушайте, кстати, Евангелие с толкованием от радио Веры. Очень полезное. Очищает уши, душу. Да? Ну, все.